Всем приветики, короче. Есть люди, которые знают, что я должен был выложить через пару дней видосики. Сегодня, по-моему, третий день сегодня, пара дней, конечно, прошли, но я был занят на работе, поэтому, как обычно, сишка, только не пиво сегодня, а кофеечек, типа денег нахуй и так нету. Ну чё, погнали. Я наконец-то налупил эти сферы. Типа, ну я старался, пытался. А еще недавно, короче, наебнулись просто эти квесты, короче. Они не работали, ты сидишь там, дрочишься. Фармишь, выбиваешь, там все такое. И просто, короче, все впустую шло. Потому что ты выходишь и видишь, что у тебя ничего вообще не накопилось. Но в итоге, короче, мне подвезло, у меня засчитали 3 квеста, я прям вообще порадовался этому, вот. Ну и, короче, у меня еще выпал сундучок буквально вчера, вот. Так что сегодня мы откроем 6 сфер и обычный сундук. Так, давайте с какой начнем. Так, лево-право, 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 на чем погадать-то? Блять, спичек с собой нет. Ну да ладно. Начнем с красной, типа. Я же задарил, собрал, да? Фу, блядь. Ну типа, блядь, я так очкую их открывать. Я прям вообще надеюсь, что мне что-нибудь офигенное выпадет. Я даже одел счастливую панамку, короче. Почему счастливая? Потому что белая, нахуй. Да ладно, я угораю. Просто мне нравится эта панамка, и я ее одел. Ну так вот. Короче, хули будем открывать, блядь. Открываем первую сферу. О, блядь. Вот так сразу, да. А есть что-нибудь еще? Кстати, насчет дропа со сфер, то есть, здесь не показывают уже, да? Ну да ладно. Нет, 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 нет. Давайте откроем теперь сферу льва. То есть, со сферы волка нам выпал сбежавший Грейвс. Открываем сферу льва, короче. Фараона Муму. Охуенно, блядь. Да вы нахуй мне даете персонажей, которыми я вообще не играю, блядь. Такой скин охуенный, прям вообще я от него прям тащусь. Открываем сферу волка. Их всего 6, поэтому. Как бы. Блять, ну охота чего-нибудь интересного. Вот, блять, ну как мало, нахуй. Я вообще такой скин ни разу не видел, блять. И нахуй видеть бы не хотел, в принципе. Типа, блять, че это за говно, нахуй? Я не играл этим персонажем. А нет, играл, нахуй, пару лет назад, блять. Ну это. Я просто. То есть, ну блять, где нахуй нормальный дроп? Где риуты? Тусовая лулу, блять. Ну, эпически, ладно, вкусно. То есть, ну просто вот так вот все быстро открылось, да. Мне выпало 4 сфер 4 скина. 3 из них мне, в принципе, нахуй не нужны. Лулу еще ничего, я на ней поигрываю иногда, поэтому открывать. Ну, блядь, на скил не сбежал. Ну, в принципе, еще один скин для коллекции, я думаю, пойдет. Открываем сферу льва. Последнюю сферу, короче. Мне не выпало ни одного мешочка, нахуй. Ни одного самоцвета, блядь. Вообще ничего не выпало. Просто эти сраные скины, которые мне нахуй не нужны, блядь. Вот 2 скина там нормальные. Все, 2. Я же не ошибаюсь. Не ошибаюсь. Вот, Ноктюрн и Лулу. Ну, удивите меня. Пидоры вы, риуты вы, пидоры, нахуй. Я просто вас ненавижу, чмыри ебаные, просто гандоны, нахуй. Вообще, вот теперь у меня просто пропало желание играть. Давай, залагай еще, блядь. Делай мне ключ говно. Что за хуйня? Делал 2 ключа вместо 1, пиздец. Ну давай, сундук, блядь. Удиви меня, нахуй. Сейчас выпадет чемпион. Блять, меня сундук больше порадовал, чем эти ебаные
просто вот эти сферы, короче. Я, блядь, такой в надежде, короче, что там что-нибудь выпадет охуенно, какие-нибудь самоцветы, мешки или еще какое-нибудь говно. Ну, которое полезное говно. А выпало-то на самом деле говно. Это ж пиздец вообще какой-то, нахуй. Я, блядь, я просто в ахуе, ну. Я разочарован, короче. Дико-дико прям разочарован. Вот у меня есть еще 37 жетонов, короче. Хуй знает, ну... Сундуков у меня нет, на ключи потратить смысла нет. Я думаю, еще покопить маленько. А... Ну да, блядь, тут вообще эмоция выпадает. По-моему, ежедневка еще одна должна быть. Одна или три? Три, четыре. Подожди, какой день сегодня? Десятый? Так, 27-го начали, 28-й это первый, так, не, я, по-моему, пятый уже сделал. Пизжу нахуй, нихуя я не сделал пятый. 27-е. 28, 29, 30, 1, 2. А, да, пятый день я сделал. То есть, ну, вполне нормально, короче. Вот, с этих сфер должны... Вот, дроп, вот он. Мешочки противостояния. Я так просто надеялся, что мне выпадет. Или, я не знаю, или хотя бы самоцвет, блядь. Но мне выпал, просто мне выпали скины, короче. Мне даже ни разу не выпала дополнительная оранжевая эссенция, которая, кстати, мне, блядь, очень-таки нужна, нахуй. Хули, блядь, как мало распылить, нахуй. Я хочу просто скины, я не буду, нахуй, преобразовывать их там в что-то, да, я их просто распылю к хуям. Типа, ну нахуй они нужны. И у меня сейчас еще ни на что не хватит, блядь. То есть, ну, да, вот 1050 надо вот на этот скин, 220, ну, он стоит 520, в принципе. 220 на этот скин, 1050 на этот скин. Кому мы, иди нахуй туда. Все. То есть, с трех сфер, да? Ой, с шести сфер. Что мне выпало, получается? Шесть скинов. Что там был Когмао, там еще какая-то залупа. Этот. Пират Райс. 4. 5-6, да, все правильно. 4 скина я распылил, 4 скинов я получил. Всего лишь 600 эссенций, нахуй. То есть на лугу мне надо 1050. В принципе, я могу ее распылить, и мне достанется еще 270 сверху. А хули толку от того, что на это надо 1050. Так что я просто себе сделаю ноктюрны, короче. Хотя, в принципе, можно их все нахуй преобразовать в кучку и выкинуть нахуй. Пиздец, Риута, блять. Меня очень-очень сильно огорчили, нахуй. Я сделаю вот этот скин себе, нахуй. И пойду играть на ноктюрна, блядь. Просто, нахуй. Я хуй знает вообще. По идее, блядь, вот сейчас вот 10 часов уже, да? Я... сейчас, секунду. Вот, время 10 часов. Утра, нахуй. Я проснулся вчера в 7 часов вечера. И, блядь... Ради чего я не спал все это время? Я хуею просто вообще. Я надеюсь, вот у тех людей, которые тоже выбили себе жетоны, сделали сферы, я надеюсь, у вас выпадет что-нибудь хорошее. Такой дроп прям классный вообще, чтобы порадовал вас, а не расстроил вот так вот. Потому что даже эта ебаная панамка в жопу ее, короче, не помогла нихуя. Я сейчас дико расстроен, у меня, блядь, вообще нет никакого желания, настроения играть в эту ебаную игру. Но это зато у меня есть ноктюрн из бездны, нахуй. Хотя вообще он из Рунтера, нахуй, по-моему, насколько я помню. Ну, в общем, на этот видео, на все пиздец, нахуй, заговариваюсь. В общем, короче, на этом можно просто забывать про видос. Заканчивать его, нахуй. И на вот таком говняном настроении ложиться спать, нахуй. То есть, ну... Других вариантов я просто не вижу, потому что это полный пиздец. Я надеюсь просто, что люди, которые выбили себе сферы, да, еще раз повторюсь, они наконец-таки, ну, блядь, я не знаю, просто у меня есть люди знакомые, которые, блядь, открывают хуевую кучу вот этих всяких цивинтов, там, да, капсулы, сферы, вот эту все прочую залупу, а сундуки, не сундуки. У них просто все вылетает в жопу, так сказать. Ну, ничего полезного не выпадает. Я надеюсь, что у этих людей выпадет. Вот, все так. На этом все. Короче,
новые видосы будут позже, естественно, как либо будут новые ивенты, либо у меня сейчас еще один проект в разработке, то есть новые видосики все-таки будут, то есть, но уже маленько по другой тематике, все открытие, закрытие, да, это все говно. Я буду делать маленько другие видосы, то есть, ну это пока в процессе, да, я вот уже сегодня сижу, как бы разрабатываю себе план действий, так сказать, поэтому ждите, смотрите, почаще можете подписываться, кто не подписан, да, и я не знаю, можете даже покомментировать что-нибудь, может вдруг что-нибудь не так, допустим, ну это ебала какая-нибудь, кому-то не нравится, блядь. Вот этот вот ебучий стакан кофе стоит, он, допустим, да, в кадре, и просто, ну, хуйня получается, да, и еще что-нибудь, то есть, ну, вообще любые комментарии, короче, все. В общем, на этом все. Заканчиваем видосик. Очень печально, конечно. Всем удачи. Всем хорошего дропа. Тем, кто не играет в лигу, я знаю, что люди есть такие, которые смотрят это. Удачи во всем, в принципе. Я надеюсь, вы просто посмотрели этот видос и не зря потратили время. Все. Всем счастливо, всем удачи.